найти себя? Народная мудрость гласит, что искать нужно не там, где светло, а там, где потеряли. Поэтому в первую очередь очень важно понять, где же мы теряем себя. И если мы посмотрим на свою жизнь, то мы обнаружим, скорее всего, что это, ну, обычные повседневные бытовые ситуации. Работа, дом, учеба, семья, друзья, знакомые. Вот. Раз мы теряем себя в повседневной жизни, а вот в обычной повседневной жизни можем себя искать и найти. И для этого, для того, чтобы найти, важно всего лишь навсего перевести внимание с внешних событий, с внешних обстоятельств на то, а что же мы внутри чувствуем по поводу этих событий, этих обстоятельств. И когда мы начинаем задавать себе вопрос, а что я чувствую, и отвечать на него честно, то мы оказываемся в той самой настоящей внутренней реальности, где вот мы и живем. И шаг от потери себя к обнаружению себя очень простой. Всего лишь шаг снаружи вовнутрь. С внешней деятельности к внутренним чувствам, ощущениям, переживаниям. Thank you.